А трансляцию-то начала, а не видно ни хера. Здорово, дети! Это, короче, автопати показа. Sorry, I'm not. Sorry, I'm not. О, ура, освещение хоть какое-то. Светите на меня, светите, меня детям не видно. Это автор, sorry, I'm not. Я вообще в огне с 8 утра не спала. О, алло. Вычки, вычки. Sorry, I'm not. Классно, что я кричу «Вычкин, Вычкин!» О, пока Вычкин на меня светит, дорогие дети, все, кто сегодня хотел со мной сфотографироваться и был уже 170-м в этом списке, простите, я больше не могу. Я когда вижу отмеченные фотографии, на которых я урод, блядь, просто конченый, и счастливых детей рядом со мной, я не хочу больше фотографироваться. Реально, отстаньте. Мне очень жаль видеть ваши грустные лица, когда я говорю, нет, мы не будем фотографироваться. Но я реально больше не могу. О. А видели, какая у меня кофта-то модная? А посветите мне на кофту. Никто мне на кофту не посветит. Друзья, блядь. Так. Короче, Вычкин ставит нам рэп, все довольны. Автор пати вечеринки, которые ждут. Шлюха ебанутая. Нашли себе комментарии. А у вас есть фонарь в айфоне? А вы можете его включить? Ой, смотрите, сейчас будет фонарь. А, фонаря не будет. Fucking problem у нас. А дай сверху. Да, конечно. У меня не видно модную кофту. Давай, спасибо. Ой, ой, а это надо на меня. Сейчас, секунду. Апстоп какой-то. Так, вечеринка. У меня самая модная кофта в мире вот эта, розовенькая. Вот модный мальчик, он недоволен. А я буду ходить вот так и всех снимать. А теперь я буду снимать Вычкина. Короче, тут невероятно весело, я выпила какого-то бензина, и мне стало еще веселее, спасибо. Да ничего, смотрите, какой красивый. Красивый, красивый котенок. Конечно. Как тебя зовут? Артем. Это котенок Артем. Быстро поставили ему лайк. Ой, хороший. Тебе говорят привет. Вычкин, Вычкин. Ой, нам что-то написала Павелена. Так, забирай свое оборудование.